протяжении нескольких лет жители нашего округа, да и, наверное, жители всего города Череповца, регулярно написали о том, что его необходимо восстановить, привести его в нормальное состояние, потому что это показывает наше отношение к нашим героям, которые воевали в Великой Отечественной войне. И в этом году мы написали грант и получили деньги на восстановление мурала. Будут изображены солдаты Великой Отечественной войны, будут изображены герои России, уже современные солдаты. Памятник будет олицетворять героизм и преемственность поколений в борьбе с фашизмом.